Казахстан сегодня у нас представляет уникальный регион для инвестиций. Почему? Вы все знаете, это уникальнейшая минеральная база. Почему? Потому что сегодня позиция правительства у нас проактивная, конструктивная, нацеленная на совершенствование законодательства, на приведение стандартов местных, национальных, в соответствии с лучшими практиками и традициями в мире. Это очень важно. Это стратегическое направление, которое, ну, является, наверное, на наш взгляд, одним из решающих при принятии решения, инвестировать или не инвестировать. Безусловно, есть, конечно, проблемы, есть задачи, которые нам, наверное, вместе нужно будет решать в течение ближайшего времени. Это, опять же, совершенствование законодательной базы, это совершенствование административных процедур. Но очень важно отметить, что сегодня уже эта работа активно ведется, причем она ведется совместно как представителями бизнеса, так и представителями государства. Я буквально узнал 3 дня назад про это. Мне никто ничего не говорил. 3 дня назад мне сказали, что едешь в Астану. Ты был номинирован руководством нашей компании и вошел в тройку. Ну что, я стану, получу это золотой гефест? Я этого не ожидал. Impressed, actually. I've visited mines the world over, copper mines. Last week I was at a mine in Macedonia, I was at one in Bulgaria a few weeks ago, and I was at a big one in Mongolia a few weeks ago. And I must say I'm very impressed with this mine here. It looks very tidy. You know, all the slopes and everything are really tidy, all the roads. Big focus on health and safety. This is my 7th visit to Kazakhstan, so I'm not a first timer, and we've visited various sites and spoken to lots of companies many times, but it was great to have everyone in one place, well, two places, exhibition and the conference, but I met some really useful contacts. It's been a very international event, which has been nice. You know, there's lots of people from India and Japan and all over the place here, and I think it's a really good event for the Kazakh mining industry.